Следователи на Камчатке выясняют обстоятельства аварии с участием пассажирского автобуса, в котором пострадали 3 человека. В ходе проверки будет дана принципиальная юридическая оценка действиям водителя автобуса в части оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, говорят в СКР. Напомню, ДТП произошло в понедельник утром в Елизовском районе. Автобус ДЭО, ехавший по маршруту номер 218 Петропавловск-Усть-Камчатск, съехал в кювет, где перевернулся. В его салоне находился 21 пассажир, в том числе 6-летняя девочка и 2 водителя. Пострадали 3 пассажирки, которым медпомощь оказали на месте. Госпитализация им не потребовалась.